my Roblox account. Space Poppy Bloom, please subscribe. Всем привет! Вы на канале! Hey guys, we're doing everything. И сейчас мы играем в Royal High Sunset Island. В Royal High Sunset Island появились новые лички, новые куки и новые костюмы. И даже, да, новые костюмы. Сейчас мы запишемся на борт. Так, ну конечно же я мисс. И какое же мне имя? Конечно же, hey guys, we are doing everything channel. Конечно же, channel слово, потому что оно означает канал. А я же снимаю на YouTube, так что я, конечно же, добавлю слово канал. Так, все хорошо. Так, дальше идем на стейдж. Там всегда много людей. Может, я с кем-то поговорю? Он не. Там нет никого. Странно, значит, мне сегодня не повезло. Потому что я редко в Royal High играю. Да уж. Так, у нас тема Beauty Pageant. И значит, нам нужно одеться. Я все удалю, что я одела до этого, потому что я всегда так легче. Я всегда удаляю. Так, начнем с прически. Вот эти вот новые прически. Вот это вот 10 штук. Я выберу, они с ромашками. Тогда розовый, конечно же розовый, потому что розовый так мило смотрится. Да. Дальше костюмчик, конечно же розовый. Так, что бы мне выбрать? Pink jeans. Pink wrap jeans. Фу, это вообще какой-то черный. Так, newspaper. Нет, это тоже вообще какая-то странная. А, вот, хороший. На арбуз похож. Дальше нам нужно сделать низ. То есть юбка. Это будет Royal High юбка. Которая стоит 23 тысячи, а я ее купила за... Конечно же, руку и, наверное, давайте с красными. Так, нет, с бабочками красными. Так, вот. Все. А теперь, конечно же, лицо. Так, вот эти вот тоже новые лица. Так, вот это слишком румянистое. Это слишком желтое. А вот это самый раз. Такой здесь есть и розовый, и голубой. Прям все цвета нужные есть. Хотя у меня голубого нету. Нужно поменять... А, строубери подошла. Хорошо. Значит, теперь мне нужно поменять цвет кожи. И, конечно же, а у меня она белая просто. А сейчас мне нужно так, слишком светлое. Вот это в самый раз. Такая загорелая тетя. Получается. Ах, какая она красотка. Так, теперь аксессуары. Что мне добавить? А, вот этот венок подойдет. Красивый такой. Так, ну я на любую кнопку нажимаю, потому что она одинаковая. Хорошо, так. Бант не нужен, потому что у меня уже есть бант. Ну хорошо, все. Я готова. Так. Ну давайте, что ли, я напишу, что я готова. Какие у нее красивые ботинки у Строубери! У нее ботинки новые, которые выше. Прямо в следующем эпизоде покажем. Даже не эпизоде, а в следующем серии. В следующей серии. Все, я написала. I'm done. Тут это...
ХМ красиво. Если вы ее видите там сзади, то хорошо. Так. АМ подошла. Хе. И она сразу такая, смотрите, такая что-то думает. Побежала такая. Я только сказала, что с вами Наташа, она такая сразу. И убежала. Хорошо. Осталось 45 секунд. Я уже готова, как бы. Не очень. У нее меч, у этой М. Какая красотка. Прям вообще. Так, дальше. Я хочу поменять лицо. Может, у меня лицо какое-нибудь красивенькое есть. Так, вот оно лицо. Так, нет ничего, то, что мне нравится. Ладно, может, какие-нибудь аксессуары? Нет, крылья! Ну ладно, их все равно. Давай нажимать. Интересно, я их одела, нужно посмотреть. Wearing. Да, я их ношу. Теперь можно нажимать стрелочку. Сделано. Почему она меня загораживает, этот Godmother? Почему она меня загораживает своим крылом? Она такая страшная. Конечно, не обижайся на меня, Godmother. Может, тебе просто красиво. Ну не обижайся, короче, на меня, если ты меня будешь смотреть. Хорошо, так, я ей написал Get off your wings, потому что у нее крыло, и оно загораживает мою красоту. Вот так вот. И это мне не нравится совсем. Так. О, меня выбрали. Хорошо, так. Он глючит, почему он там разные места? Я даже не знаю, какое у меня задание сейчас, что мне делать? Все, я напишу, я не знаю. Да. Я не знаю, написал, потому что он у меня глючит. Сейчас я беру волосы, потому что я хочу себе ромашки на волосах. А там нет ромашек на волосах. Так вот, на этот раз я хочу сделать их. Давайте. Так, сначала розам дать. Давайте еще раз попробуем, потому что я так с бабочками делала. Давайте их белыми сделаем. А, красивые, если честно, белые волосы. Так, ну все, я готов. Только я теперь буду стоять со Стробери, моей любименькой подружкой. Да, вот так вот. Так, what's your favorite food? Comfort food. You ladies. Так. Вот моя сестра говорит, что там новый американский флаг. В аксессуарах у всех. Только я тоже его хочу найти. Только. Так, я вижу, как мне. Да, я вижу, как мне один флаг. Так, значит, повыше будет американский флаг. А, вот эти пузырьки. Эти пузырьки дают деньги, но они всегда появляются в нужный момент. Вот так. Так. О, моя сестра подоспела. Кстати, ее аккаунт на Roblox. Mm-hmm.
Я как на Roblox, я в описании напишу. Она мне hi sister. Ну давайте ей тоже напишем hi. Вот я красивый такой. Ну почему? Кстати, если вы слышали, что я рыкнула, то это я рыкнула просто так. Потому что я не могла нажать на American flag. Теперь я такая ла-ла-ла-ла-ла-ла, махаю флагом. О, моя сестра вон тоже. Мы с ней одновременно махаем флагом. Так, мисс, hey guys, we're doing everything channel. Give a rose. Ааа, ну почему? Я не могу за себя голосовать. Я тоже. Я вообще хочу выиграть. Там уже тогда тебе бриллиантики дают. А я топлю на ботинки, наверное. Так. Я так волнуюсь прям вообще. Ой. Интересно. Она? Ну? Я? Ура! А я рада. Ах, как я рада, что это я. И она самая страшно красивая такая. Ну, идет она 1000, а я 600 выиграла. Это тоже, знаете, по-другому. Я так рада. О, моя сестра тоже. Все, всем пока. Встретимся в следующем серии. Так. Если вы хотите что-то, например, я буду следующий, наверное, в Adopt Me. Всем пока. Да, я буду в следующую серию буду снимать в Adopt Me. Так что присоединяйтесь.